Кстати, видишь, вот эти вот барабаны, ты снимаешь, да? Я снимаю, да. Я просто вообще хотел принести себе барабан показаться. Я сегодня собирал где-то часа полтора. Барабан? Сейчас я, подождите, сейчас я сниму барабан. Все. Сейчас я отойду, тут постараюсь все это не подшибать. Вот, это вот спасибо Игорю Кутищеву, который купил вот эту раму. Вот, спасибо Игорю Кутищеву, да. Эти два крэша. А, да, Кутищев еще, да, его барабан. А все остальное, да, как бы, вот эти барабаны. Вот это, да, это, короче, слипа. Угу. Спасибо Слипу. Что? Не будем рекламировать. Ну, это, знаешь, такая, как сказать, реклама. Тактичная, незаметная и потенциальная, так скажем. Да, вообще отлично, да. Ну да, какой-то вопрос ты спрашивала. Я говорю, то, что и ты играешь в группе Otto Dix. Да, да, да. Если что, это так и есть. Это, кстати, была новая песня вот из альбома Ани. Вот, да, сейчас это вторую. Давай, играй вторую, конечно. Это только один. Тебя мои уши жалко. Мои уши, ты мозги мои пожалей. Я что-то, у меня прям все прям саму черепушку ударяет. Блин. Как бы одной рукой еще это сделать, подожди. Ну, ты там. Я могу подожди, сейчас. Это все очень... Надо поставить на стойку. О! Вот, ща, кстати. Вот, сейчас там даже ручкой помахать. Хочешь помашу? Да нет уж, я, пожалуй, останусь где-то за кадром. Голос за кадром. Голос за кадром, да. Давай. Такой осипший голос за кадром. Главное, это сними. Сейчас я подойду. Самое драгоценное вообще. Все остальное такой тлен вообще не останется. Ну да, да, да. Поздравляю. Кстати, это та самая, которую ты отрезал? Да, да, да. Это все, что осталось. Ну. Неплохо, неплохо. Давай, играй вторую песню из альбома. Вперед. Ага. Будет очень отличаться от первой. Сильно вообще. Боюсь себе представить. Thank you.
первой. Большая разница. Да. Колоссальная, я бы сказала. Да. Кстати, вот этот вот, это скрытый участник группы вообще, на самом деле. Тайная. Стесняюсь там, спросить. Называется метроном. Подходы он называется. Вот. Шибко ты веселый сегодня, как я погляжу. А что мне грустить? Не знаю. А когда я буду грустный вообще? Сложный вопрос. Ты можешь припомнить, что я там такой был? Все плохо, блин. Вот я злой. У меня сегодня... Ой, знаешь, вот тут не надо мне тут. Ага. У тебя остается только дело, кому опали. Ну, злая шутка. Очень плохая шутка. Предупреждать надо, я же без наушников. А я же с тобой разговариваю. Надо это... Все, теперь можно. Это была плохая шутка. Номер два. Угу. Так, ну что, надо третью песню, да, надо сыграть? Ну давай, раз уж начал, продолжай. Да, весь альбом выйдет на гора. Сделаем упор на эмоции. Thank you.
третья, да, песня? Третья, третья. Или уже пятая? Нет, третья. Третья? Она просто очень длинная, как раз как две. А что ты на наушник? Ну, мне вполне одних хватает, как я поняла. Вот, кстати, вот, да, вот, мне нравится этот крик. Это аккомпанемент сопровождения. Угу. Вот. Ну, да, вот. Вот Адикс, наверное, может, скоро все будет вот так вот, как вот его жаждут все поклонники. Они прям все вот молятся, что все было. Когда же вот на Darkwave сцене появится такая группа, где будет вот все вот так. То есть где не будет такого. Один, один. Сейчас. А второй? Где не будет такого, знаешь, там... Теперь-то все знают, чего они ждут. То есть, получается, спалили контору, что? Мне кажется, это было бы для них открытием. Да, я думаю, нет, скорее всего. Ты это собираешься выставлять? Да, на выставку. Почему нет? На какую? Стесняюсь спросить. Вот даже вот... Представь это секундочку. Вопрос можно ответить да или нет. Yes or no. А ты мне о выставке. Конечно же, да. Надо выложить всемирную сеть на YouTube обязательно. Ну конечно, что прям вообще там первые строчки были твоими. Да. Дикс обрадуется. С баланса мы пойдем, а то мне уже спать хочется. Но у меня скоро кончится память на. А сколько там? Хватит на минуточку? Ну, у меня осталось еще где-то, думаю, минуты две. О, отлично. Все, сейчас мы еще одну песню бабахнем. Ну, бабах не сейчас придет, так, а пока там встану, подожди. А, да, стой. Ой. Есть, да? А?